входе в Центральный парк гостей встречал ансамбль русских народных инструментов «Родник». А на сцене выступали хореографические коллективы с танцами разных народов. В каждой точке Центрального парка было многолюдно. Интерактивы, игры и развлекательные программы ожидали людей повсюду. Ни одной пустой площадочки. Все, что можно здесь заполнить, сегодня заполнено. Поэтому я хочу всех поблагодарить, кто принимал участие. Это все абсолютно наши структуры и общественные организации. Я хочу поблагодарить наших жителей, которые все-таки встали, вышли из дома, взяли детей и пришли в парк. И это замечательно. В Центральном парке также прошли мастер-классы для детей и взрослых. На одном из них можно сделать украшения из мозаики, чему детей учила мастер Лариса Устинова. Мастер-класс рассчитан для детей. Дети с удовольствием проявляют свои творческие способности. Они придумывают и делают подарки для своих близких, для бабушки, для мамы, для сестры. Это очень красиво, это очень эстетично. Здесь же маленьких гостей ждал мастер-класс по росписи пряников. Нажимаешь и разукрашиваешь. Ага, спасибо. Да, только вверх сильно, не поднимай мешочек, хорошо? А то у тебя не будет крем ложиться на пряничек. На площади у фонтана каждый ребенок мог преобразиться с помощью аквагрима и выйти из-за стола с необычным рисунком. День детей, поэтому мы пришли с ребенком в парк погулять, повеселиться, покататься. Ребенок увидел, что здесь рисуют аквагрим, и вот попросил, мы нарисовали. У нас он любит именно морских животных, поэтому без них мы никуда. Самым ярким во всех смыслах событием стало дружеское сражение во время фестиваля красок. Каждый стремился как можно сильнее раскрасить соперника. Выиграть по правилам должен был самый разукрашенный участник. Ну это вообще огонь! Как же можно не радоваться? Просто вообще! Я люблю рисовать и краски тоже. Мне очень нравится, у меня самое клевое ощущение. Я очень рада. Здесь также бесплатно раздавали мороженое. Больше 1000 угощений получили взрослые и дети. Досталось даже нам с оператором. Угощайся. Был замечательный праздник. Ну, давай Подавали мороженое бесплатно. Очень приятно, очень вкусно. Всем хорошего настроения. Мероприятие отличное. Занимают детей. Мне здесь очень нравится. Мороженое очень вкусное. Праздник в Центральном парке получился насыщенным и запоминающимся. Каждый ребенок смог провести время интересно и весело. Инга Янчук, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.